28-й. Что-нибудь в клубе 27 на едение. Блин, 3 хп, шикарно, сегодня весь день, по-моему, 3 хп старт. Приятно. Это хорошо. Сегодня это в тему. 1D, M6, 4 FPM. Red Skull. Настя Emperor. Да, это рано будет сегодня последнее. О, тоже можно открыть. Сразу получается это. Шоукейс Dark Arts. Что им можно делать? Можно зайти в Кёрсу, можно шипованный сундук открыть, можно мух убить. Видали? Стрим образовательный. По Dark Arts скоро только максимум. Можно, кстати, было забрать здесь хуйню тоже. Если тут что-то было бы. Это бы лежало, можно было тоже зайти, так хопа. И встать по центру. Тоже можно было, но там ничего не было. Поэтому, увы. Это, по идее, здесь. А, у меня, кстати, опять эта хрень. Подожди, у меня опять астрал. Или мемы. Будем костер убивать. Тим. Да, там была тролль-бомба. Муха. Муха хорошая. Не псайфлай, конечно, но... О, окей. Я, кстати, много было терзы старта. У меня было мало демеджа, да? Да, 5 демеджа мало, и рейнджа мало. Ну, терза еще теперь лучше будет, заебись. Еще сильнее. Четверть карт можно юзать на обычные румы. Типа, демеджа не дает, но все еще шотает хорошо. Врагов обычных. Довольно полезная активка. Вот Эмпера я так таскать с собой не хочу. Я его могу нечаянно нажать. На ДПС-2 будет очень обидно. Надо просто его надо где-то тут нажать сразу и забыть про Эмпера. Он нам реально не нужен в этом ране. Он просто тупо не нужен в этом ране нам. Этот Эмпера. Синяя купить надо будет после босса. Конечно, муха еще и орбиталит. Но, по-моему, очень слабо орбиталит, наверное. Сколько это, наверное, дамажит, если я, типа, слезы забираю? Оно нихуево дамажит, на самом деле, Dark Arts. Очень нихуево. То есть, по факту, ты дэмэдж, типа, не получаешь, но слезы все еще дамажат очень сильно. То есть, ты набираешь слезы и все еще можешь боссов очень сильно бить. Там всякие мегастены, матери, там ебанисты, сколько там можно нахуярить. Плюс еще, возможно, всадник первый. Хорошо, да, он, наверное, умрет. У него там тоже булет хелл жесткие. То есть, в принципе, тактивка вполне себе нормальная. Вполне себе достойная. Даже без Иуды. Не такая уж она и плохая. Конечно, есть получше, но на самом деле это вполне себе хорошая активка. Я, конечно, что-нибудь могу ее заменить, наверное, но пока непонятно. Пока не ясно на что. Но пока нету никого на замену претендентов. Бомба шикарно. Бахнем. Ладно. Тоже сгорел. А муха, что ты от мух? Да ведь? Эш. Тоже удобно. Все мухи шотают мух. Прям сразу в смерть. Сразу смерть. Огород. Кайф. А не, рано. Или вы где-то на юге.
Это мы берем. Это мы точно берем. Так. Дед, пей таблетки, да? Не забывать пить таблетки, это будет сложно. Это будет очень сложно. Но я постараюсь. Бур-бум. Стример дед и чат дед. Сегодня все дед. Я этого не задел. Ладно. Нету. Можно добавить. Винк-винк. Я там столько сейчас лотов пустых. Столько много. Чего можно много добавить. Добавлять, не передобавлять. Так, после. Надо же. 2,9 баллов, бля. Много потратил. Упс. Я заберу Сифареву. На кейфсы. Или, кстати, я пойду в Вольтраут, наверное, подожди. У меня вроде есть ключи. Могу пойти в Вольтраут. Пауэр. Чё проебал? Проебал пару демэджапов. Обидно. Ну ладно. Он нашел секретку Лоу. Из-за него. Ему у него была шляпа. Окей. Hello, Сербия. Thanks for good luck. What's up? Этаж какой-то монструозный. Для второго этажа. Очень здоровый этаж. Куда ты отошел, придурок? Блять. Все тут шел. Резерву. Еще холсап. Офигеть. Вау. Нет. Пожалуй, я в порядке. Пожалуй, пойдем дальше. Привет, Кулджи. Билд на Dark Arts, по факту. Dark Arts имбень. Получается. Пока выходит так. Блять, господи, отдача говна. Причем натуральная отдача говна. Отдача от говна. Меченые. Причем меченые будут и в зеркале, потому что рума зеркальная. Что будем трюк делать? С астралом. Где трюк? Удалим костер опять. Только нахуя удалять? Потому что мне костер нужен на самом деле. Блять, я не могу это выбрать. Dark Arts хорошо. Увы, Dark Arts хорошо. Я не могу его удалять. Кипер же не удаляется, да? И кипер не удаляется. Ну ладно. Типа смотри, надо сделать как? Как это сделать? Типа так?
Итак. Нет. Да. Нет. Нет. Оно не удалило. А как я это делал? Я не помню. Ладно, я не помню, как это делал. Забей. Разобей. Не хочу тратить хп и бомбы. О. Так, стоп, 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 стоп. Не, там тринка похуй, там просто взрыв нужен, я это тестил отдельно. Это было не тринки, это был просто взрыв эффект. Просто надо взорвать, по-моему, пока я астральный. Или одновременно надо взорвать. Там нужно, возможно, одновременно взорвать. Он потух, да? А, он потух, да, все. Видите? Все. А почему он потух только потом? А почему только потом потух? Почему он в комнате не потух сразу? Он горел уже, да, в комнате. Он потух, все. Второй остался, а этот потух. Трюк все еще работает. Все еще схема рабочая. Вот такие дела. Душа Кайна. Let's go. Let's go. Это плюс негатив. Ну все, дамаг будет. Однозначно. Сила яиц нам поможет. Все, нормально. Вроде живем. Либо найти красную. Да не, красная рума, ебаная хуйня. Лучше все же негатив. А второй я уже никак не подошу, там нужна рума активная. Второй я уже не подошу никак. Вообще никак. Там нужны враги. Там враги нужны. Там рум уже пройдено. Так что забейте. Тут, кстати, можно его шотнуть просто даркарсом этого босса БТВ. Давай свои... Да хватит срать, хватит срать, заебал! Давай свои слезы. Как ты заебешь, серьезно. Во. Все. Смерть. Dark Arts. Dark Arts охуенно на этом. Блять, какая хуйня. Ладно, залочу похуй. КП слишком много, чтоб не лочить. Как я этим недоволен. Как я этим недоволен. Так, пошли взорвем меченый камень. В зеркале. Но дальше никуда не пойду. Недоволен. Not доволен, я бы даже сказал. Так, я буду ластом. Еще одну комнату. Важная информация. К размышлению. Все, уходим. Уходим. Конечно, Flooded Caves. Бля, надо было прокать хуйню. So ладно. Это почему? Спасибо за 8 месяцев. Спасибо за ресуп. Блин, Dark Arts меня руинит. Или не руинит уже, там был дослиз. Неважно, хочу руму полегче. Хочу руму полегче. Я буду фармить, но я хочу руму полегче. Где это будет проще делать. Явно не в этой руме. Вот прям явно не в этой руме. Что-нибудь попроще. Ну, вот теперь проебал тренку на деньги за фарм. Что тоже печально. А, да, это так работает, но ладно. Пофиг. Надо румы, да, легкие фармить, чтобы был деслист. Он много чего хорошего дать может. Вот это легкая рума. И я ее. Нет, я вроде получил. Вроде я не обосрался. Эта рума сложная. Нет. Могу так делать. Тупо можно Dark Artsом их шотать по 11. Обосрался-то разве? Да вроде нет. Вроде дали тирейт, найс. Неужели я реально обосрался?
Неужели стример обосрался опять? Неужели такое возможно? Шот спидап. Вау. Да, играем один на один. А, он еще и под... Какой, блядь, костер под водой? Иди нахуй. Какой, блядь, костер может быть под водой? Как ты, блядь, с него смог загореть? Я вообще не понял. Что это за бред? Такого быть не может. Ой. Это астральная хуйня. Тихо. Блин, у меня еще клубок есть, тоже может убить их. Он уже довольно толстый. Ну-ка. Найс. О, не сри. Тогда будет деслист. Гарантированный. Не сри. Не вздумай срать. Молодец. Yes. Удача. Хуйня. Таблетки заебись. ПХД, господи. ПХД, которая в тему. Ебануться. ПХД не бесполезно. Вы такое вообще видели в своей жизни когда-то? Я вот такого никогда не видел. Вообще, с собой возьму перкс. Если будет сакрума, я ее, может быть, потыкаю. Это хуйня, и это даже не заберется. Даже не забирается, потому что нету ничего, что можно взорвать. Там прохода не будет. Деньги. Так, нужен магаз. А, нужен все. Стоп, опять. Пошли к боссу, ничего не было. По дороге ничего не было. Ни магаза, ни этом румы. Опять нас наебали. Опять нас жестоко наебали. Пошли искать. И вторая секретка, я тоже ее не видел, кстати. Я ее тоже не видел. Так, осторожно, осторожно. Клубок, блядь! Это был дайм? Или это был никель? Или яшис, подожди. Это вроде было много денег, нет? В этом меч... Меченый хп, да. Soul Heart. Так, рума говна. Это рума говна. О, это рума сейчас забей. Тут еще эти твари, которые срут врагами. Просто забыли. Тут точно нихуя не зафармлю. Просто проехали. Невозможная рума. Так, что здесь? Не сор... Он насрал. Он сразу насрал. Сходу. И урод. Скидка... скидка может быть даже... Ну, хотя мне денег мало, ладно. Денег мало, поэтому будет, наверное, норм. Больше куплю говна. Скидка всегда, типа, немного плохо, потому что... Это руина на кипер-яйца. Типа, меньше тратишь денег, меньше получаешь статов. За кипер-яйца это всегда грустно. Но у меня еще 3 этажа впереди, правильно? То есть 3 магаза потенциальных. Так что, наверное, это оправдается. Это должно оправдаться все же. Вроде должно. Так, ладно. А, она была здесь. Окей. Понял. Вторая, да, я уже вижу. Вот она. Объявилась. Так, я заберу душу Кайна, очевидно. Кстати, с собой я могу забрать на зверя перкс. Кстати, это тоже же неплохая это. Неплохая идея. Это же будет просто вейфер эффект на зверя. Плохо что ли? Вроде неплохо. Душу Кайна это не имеет никакого смысла. Я душу Кайна беру негатив, который мне точно даст дэмэдж. А там я не знаю, что будет в этой черен-шуме. Там может быть что угодно. Даже какая-нибудь хуйня.
А так я забираю негатив бесплатно. Потому что она дверь на дверь открывает. Душа Каина. Такие дела. Хелсап мне уже не нужен. Хелс. Кстати, грида я еще одного не видел, да? Вроде да. Тут есть ресток автомат, интересно. Это может быть интересно. Dark Arts может быть и похерил, не знаю, я уже не сильно всматриваюсь в бесист. Шоу как-то тяжело пиздец в этих румах. Румы дурацкие. Че, по идее, не должен. Хотя, если я убил врага какого-нибудь еще одного по дороге, то может быть и похерил. Может убить сразу двоих. Типа соседа может убить. Заодно, так сказать. Три и семь дэмэдж бытовым, что-то пока даже с яиц особо ничего не прилетело. Но и ничего, я думаю, сейчас что-нибудь найдем. Два магаза будет прям точно. Прям наверняка. Три, не факт. Да, два магаза будет. Сука. Блять. Все-таки скидка будет походу руиной. Печально. Походу реально скидку брать не стоило. Блять, он тоже насрал, урод. Он тоже насрал. Надо его убить первым. Окей, я смог. Я справился. Денег очень много. Как бы это хорошо, но как бы на самом деле это получается. Только зря я взял этот ебучий Steam Sale. Тут было еще красиво, но по-моему тоже мне это в минус ушло. В минус этот Death List. Я передумал. Нет! Не убивай его. Найс. Найс. Че пятак? О, тут удача, пока деслист. Прямо удача и удача. Прям такое, я вам желаю удачи, тут пока деслист. В этом боссе. Так, я требую хорошую сделку. Хотя бы одну в этом ране. Ахуй. Сделка? Во! Охуительная сделка. Одобряю такие сделки. Хорошая, хорошая. Уверенная. С такой хоть на дебилириума иди сразу. С ноги сразу. Прям сходу. Ладно, можно, кстати, на дилю реально идти с этим. С одним даркартом, по-моему. Без шуток. Это даже не шутка. Там слез очень много. Но вот на зверя так себе, по-моему, будет. Но, может быть, кстати, узнаем. Как там будет себя даркарт проявлять. По-моему, я ни разу не ходил на зверя с даркартом. Ну, кроме... Ты Иуды. Не помню такого случая. Бля, я не хочу искать эту руму. Давайте ее скипнем, вдруг будет этот планетарий. Короче, D1 скип, окей? Мы скипаем D1 на этом руму. Надеюсь, я это вспомню потом. Однажды. Пилюлю? Пилюлю... А там хелсап, а нахуй мне хелсап? Там хелсап был, нет? Там, по-моему, был хелсап. Я его не хотел есть. У меня уже, блядь, 6 красных. Уже 6, куда еще? Куда мне еще красные хп? Блять, он об шипы чуть не убился, идиот. Он мне сам чуть только что не поломал деслист. Самостоятельно. Дурачок. Так, ищем фул карту, забираем. Хуя. Забираем негатив. О! Ты стой. Так, давай ничего не подбирать теперь. Только фулл карту забираем.
очевидно. Фул карту не просрать. Какой ты король толстый, умри. И тройка, по-моему, ролит магаз. Так-сяк. Маленько, но ролит. Бля! Ну, естественно. Ну, ладно. И вот с корова. Так, ключи брать не надо. Ключи брать тоже не надо. Так, мы ничего не берем, говорю. Мы ничего не берем, кроме того, что мне сейчас сразу поможет. Остальное можно не брать. Бомбы — это шикарно. Ну да, я говорю, оно что-то ролит в магазине. По-моему, может... Оно, по-моему, просто ролит, типа, как D20 магаз ролит. И там вроде, может быть, даже айтемы появятся. Новые. По-моему, там айтемы могут появиться. Типа, оно не ролит... Айтемы уже куплены, но ролит магаз, и там в магазине может что-то появиться новое. Чего не было раньше. Типа того. Там какие-то мемы происходят часто. Сейчас увидим. Сейчас мы все увидим. Мои стринки-то. Кстати, эта трава так-то неплохая идея. Я бы на траву бы забрал с собой. Деньги можно сливать где-то до 50, наверное. Спокойно. Хватит. Я пока с собой возьму этот тринкет на сделку, но вообще потом я сменю тринкет. Найс! Я пина даже убил. Норм. Нихуя себе. Еее, еще синий хп. С ума сойти. С ума сойти, сколько синего хп. Радужник! Господи, король и радужник на одном этаже. Невероятно. Все самые странные чемпионы мира. Теперь еще нужен чемпион Какашкин, который тоже редкий. Старенькая карта. Надо ее оставить. Так, стоп, стоп, стоп. Надо ее не проебать, самое главное. Подожди. Сложно. Очень сложно. Смотри. Я это выкидываю здесь. Тогда все-таки лучше брать на фул карту, да? Нормально бахнуло. Я могу смотреть. Таблетка. Удача, найс. Чего нового? Да ничего. Немного сдохли. Немного начали новый стрик. Пока живем. Все как обычно. Я троллю. Тут тоже ничего нового нет. А, ну да. Чтобы не уходит. Опять перкс. Телепилс не надо, телепилс. Ну вот, типа, да, вот, блядь, есть такая проблема. Я могу сам пробежать. Окей, тогда норм. Ебать, я успеваю. Нихуя себе. Это гений таймингов. Это гений таймингов. Хорошо. Так даже проще. Купить. 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 А, так он ничего не паролит, правильно? Потому что я все купил. Ладно, пофиг. Блять, а свечка лучше, чем... Я думаю, это сам Dark Arts как-то поинтереснее. Но с другой стороны, свечка работает всегда, а Dark Arts только там, где слезы есть. Ладно, все же, я возьму свечку. Привет, Козя.
Сейчас куда ты нажал? Скучнее свечка, это тоже правда. Это тоже правда, но типа, блядь. Не, там только у первого всадника слезы. Норм, все остальное, по-моему, ни о чем. У второго всадника слез, по-моему, мало. Там их прям немного. У третьего, типа, тоже не особо много слез. Не, они, конечно, есть, в принципе. Ладно, хотя ладно, у войны вроде есть. Слезы маленько. Плюс-минус. Так, ладно, берем негатив, главное не проебаться, это я хорошо кинул. Скан-автомат, да блять, там еще магаз будет в этом. Мавзолея, не знаю. Не хочу. Не хочу деньги в скан-автомат сливать. Ей-богу, не хочу. Мегабласт за 3 синих. Нихуя себе, какое великое предложение. Спасибо, наверное, нет. Так, стрэнг-карту забрали. Давайте ролить всю хуйню. Не, погоди, хп забрать. Потом ролить. Теперь ролить. Ролл. Что получили? Картишки. Картишки, это может быть интересно. Там у меня уже есть карта хорошая. Карта правильная на зверя. Ну все же можно посмотреть, что там за карты. А, душа Кайна еще! Подожди, душа Кайна еще одна, я могу найти красную руму. Подождите, красная рума? Красная рума. Если бы я был красной румой, где бы я находился? Где бы я был на этом этаже? Ну, с Кёрсой не может быть никак рядом. Кёркс, но я, скорее всего, передумаю. Я лучше дэмэдж получу, чем перкс. Все же, по-моему, дэмэдж нужнее. Так. Красная рума. Ну, тут не похоже, что сейчас это будет находиться. Тут тоже, по идее, не может быть, да? Масло? Не, масло я не хочу брать с собой. Зачем мне масло? Это похоже на правду. Прямо здесь. Три рума, поэтому я открою. Ебать, я магаз нашел. Ебать, реально здесь. Я даже угадал, охуеть. Я даже реально угадал. Тут можно, кстати, паролить. Можно паролить. Тут еще два этого на ролл. Или тут паролить. Ролить красную руму. Это будет смешно. Это будет... Или смешно, или больно, одно из двух. Еще я рейндж прокую. Я еще больше рейнджа прокую. Это будет очень смешно. Это будет очень больно. А еще я не забрал тринкет правильный. Зря. Я забил на тринкет. Тоже зря. Да, сейчас, возможно, самонаводка понужнее будет. Хотя, я не знаю, она прямо там что-то решает. Когда рейндж говна. Господи, даже пиздец огромный. Привет, маме. Ну, зверь будет смешной. Мне кажется, я его не получу. А. Ебать. За 20 ровно. Ну ладно.
Телепорт 2.0. Телепорт 2.0. Блять. А как его получить? Как его получить? Тут мало денег. Ладно, в пизду. Пошли отсюда. Не хочу даже об этом думать. Все, уходим. Да какая нахуй сокру? У меня даже вейфера нет. Вы что, ебанутые? У меня хп-то уже нет сегодня. У меня было хп синее до ролла этажа. Теперь у меня его нету. Перкс? А, у меня был второй перкс, подожди. На этом этаже? Ну, все равно дорого, ничего не знаю. Все равно дорого. Все равно очень дорого. Господи, какой же странный, блядь, айтем этот. Хималакрия. Какая же странная хрень. Куда оно, блядь, улетает? Куда ты, блядь, улетаешь? Просто что это за пиздец? Ну ничего, вроде все умирает. Но на звере будет не так, наверное, весело. Из-за высоты слез. Магаз, у меня денег нет, похуй, все. Так, магаз с айтем рума. Чего я там оставлял? Д1, да, по-моему, этом рум оставлял. И тут тоже. Еще две этого рума будет. Здесь хорошая. Лол. Снова Dark Hearts нашли. Еще один Dark Hearts. Вторая версия. Это яйца. Но у меня Full House. Томат, я думаю, может зайти. Томатный гейминг. Томатный гейминг мы уважаем. Пускай будет. Яйкс. А, да, Альтрау я там айтем не взял. Я там типа не скипал, я там просто зашел-вышел, потому что там мистери айтем хороший, возможно, был. Да. Надо, короче, еще две айтем румы глянуть, но тут-то я был. Еще две айтем румы остается. Так, тут айтем рума. Д1. А у меня еще и бит-роял, господи. Томатная подстава получается. Томатное предательство. Терпила. Вау. Классно. Это классно. Вот он, перокс. Но я все же думаю, что мне стринг-карта нужнее будет. Все же дамага не так много. Даже схема лакри, наверное. Блять. Странные слезы. А, да, я даже прокнул, серьезно. Телепилс. Шанс на ошибку комнату. Ладно, не хочу нажимать. Хотя нет, подожди. Нет, не могу. Я мог с собой забрать, но с собой я бы тогда потерял стайн-карту. Поэтому не могу. Это было бы хорошо на новом этаже нажать сразу. Вау. Дабл бин. Двойной бин. Раз бин, два бин. Это охуенно, конечно, это рума. Невероятная. С бабами.
Так, походу больше не будет свиста у нас. В этом сидя, забей. Блять, ебаные водомерки одни. Ро. Full health, nice. Куда ты, блять, запушил? Мистер Бин, получается. Выходит так. Блин, я уже зверя жду. Я же еще нажму стрейн карты, я еще получу рейндж. Подожди, я же еще получу рейндж. Ебать, это будет хорошо. Это будет так хорошо. Я же получу еще рейндж ап. Из-за стрейн карты. Надо было брать пюрокс. Надо было брать уже пюрокс. Это будет настолько плохо. Это будет очень плохо, что даже будет хорошо, наверное. Насколько это будет плохо. Это будет мега плохо. Удача охереть, а можно мне какой-нибудь найти перчик где-нибудь? Внезапно. Просто ебанись, 7 уже удач. Как же я не взял тринкет на зубы, или что там был тринкет, какой-то смешной был тринкет. На какую-то траву, по-моему. Было неплохо. Просто прикол в том, что они как бы при этом попадают. То есть как бы в ебеня летят, но при этом все фиксируется. Но правда это до зверя. На звере это возможно будет не так работать. Там оно может так не будет фиксироваться, как здесь. Ну, сейчас узнаем. Привет, Джеки. Сейчас-то мы все и узнаем. Как это будет работать. На звере там и пикак, и химлакрия была всегда хуёва. И флетстоун, типа 3. 3 говна. Тебя разбудили. Соболезную. Да, и Фетус тоже прав. Ну, типа там то же самое, что флетстоун. Плюс-минус, типа падают вниз бомбы. Куда надо, не улетают. Такая мерзкая спамит. Даже под замедление мерзкая. Ну, впритык, да, ставить можно. Но впритык там, типа... Да как, можно играть по-разному. Не всегда это реально. Томат. Нормально. Приколы будут сейчас. А слушай, а может быть наоборот, рейндж хороший, подожди, рейндж большой наоборот в плюс? А что-то нормально. Может все наоборот? Ну типа оно попадает, ладно, криво попадает, но вроде попадает. Плюс-минус. What the fuck? Я думал, будет мега плохо, а по факту нормально. Играбельно. Может быть, шотспид, да, тоже возможно. У меня шотспид довольно высокий вроде тоже. Хер его пойми, что в итоге исправило билд. Или может быть саман... Не, оно же сейчас без самонаводки, правильно? Типа вот я без врагов. Типа самонаводка тоже, наверное, влияет, наверное. Но типа без самонаводки тоже оно адекватно смотрится. Даже без самонаводки. Оно летит не так. Странно. У меня были полувертикальные, по-моему, слезы. Как-то раз. Схема лакрии. Они просто нахуй вверх летели.
То есть просто вверх, нахуй, не стоит, а вверх, блядь. Это такая была херня. Тут типа норм. Так, пауки, давайте. Наверх. Давайте. Кусайте его, кусайте. Ну-ка. О, попал один, видали? Один попал. Ахуи. Просто ахуи. Давай, давай. Вылазьте, вылазьте, давай. Ползем, ползем, ползем. Все наверх. Выходим из укрытия. Насрал. На! Тоже мимо насрал. Так, наша стратка. Наша стратка. А ножом я его тыкаю? Нет. Жаль. Было бы хорошо. А, эти осколки не дамажат? Wait, what? Эти осколки не дамажат? Ну, вот такие дамажат. Это большие осколки, ладно. Это логично. А такие осколки не дамажат? Типа мелкие. Ой, бля. Опа, опа, астрал. Забавно. Гениально. А, и тут тоже не дамажат? А, блядь. И вот так могу встать, да? Тут тоже похуй. Блин, такой прикол. Ну, нужен большой тирейд. Одно плохо. Нужен большой тирейд, чтобы эти осколки ломать. Осколки, да. Ебаная руина. Только осколки ломает, кайф. Ну, короче, да. Короче, если билд на тирейте, то норм. Можно вообще с кайфом хуярить. Просто вообще забить хер на этот файт. Можно флексить. Кайф. Ну-ка, 28. GG.